65,6 килограмма, рост 170 сантиметров, профессиональный рекорд. 6 побед и ни одного поражения. Его соперник в красном углу ринга, 22 года, вес 64,5 килограмма, рост 165 сантиметров. Радослав Пехник против Павла Витрука. Рефери в ринге Питерсон Киф, США. Both be giving your instructions. Protect yourself at all times. That's my commands at all times. Touch. Давай, 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 давай
Давай, молодец!
Да, 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 сам работай. Сам бить. Да, бить. Хорошо. Да, локти к себе. Локти в живот. Да, да, разбивай живот. Разбивай живот локтями. Стойку не поднимай. Разбивай. Ну. Да, да, да. Коленом, где коленом? Так, так, где стол, потом. Да. Бить, Паша, бить. 2 минуты и разбивай. Да, еще раз. Да. Да. Да, да, да. Да, да. Побольше, через спину. Нет. Да. Еще туда же, еще туда же. Поворачивай ногу, руку береги. Да? Эй! Вот, вот! Ноги, да, разбивай ноги, разбивай! Разбивай, да, разбивай еще! Хорошо, хорошо. Туда, еще туда же, да, помогай, еще! Правую разбил ногу, еще туда же! Да, разбивай! Вот, она, она! Разбивай, 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 разбивай! Вот, разбиваю! Да! Разбиваю! Позле! Эй!
Уважаемые дамы и господа, единогласным решением судей победа одержал спортсмен из города Санкт-Петербург Павел Витрук, клуб
Впервые в России яхта «Ван Дач Сон».